Даниилу Воробьеву 18 лет. Почти половину своей жизни парень посвятил велоспорту. В этом году выступает в составе самарской сборной на всероссийском первенстве. Все команды готовились к этим соревнованиям. Эти соревнования важны для каждой команды. Все проявили все свои способности, чтобы подготовиться, в том числе и Самарская область. Будем надеяться на наилучший результат. Самара принимает соревнования уже в пятый раз. От региона заявлено 24 спортсмена. Всего ожидается порядка 200 участников со всей России. В программе индивидуальная гонка, командная эстафета и финальный групповой заезд, который пройдет в воскресенье. В последний раз спортсмены приезжали в Самару 7 лет назад. За эти годы многое изменилось. В городе появились новые трассы. Наследие чемпионата мира по футболу возле стадиона «Самара-арена». Из-за большого количества поворотов и горок трассу сравнивают с европейской. Трасса, конечно, интересная. Трасса очень сложная, технически сложная, плюс подъемы, спуски. Вот. И я считаю, что это то, что, в принципе, должно быть. Почему? Потому что, ну, до этого у нас традиционно дистанции проходили обычно в одну сторону, разворот, финиш. То есть по прямой не надо было ни тормозов, ни руля, что называется. Но в этот раз все по-другому. В этот раз именно индивидуальная гонка с раздельного старта приближена максимально к тем, что мы привыкли видеть в Европе, когда мы принимаем участие в международных соревнованиях. Многие тут уже, знаете, наверное, недели на две находятся и уже готовятся. Уже эту трассу осматривают, где какой подъем, все они изучают для того, чтобы показать хороший результат. В дни чемпионата в Самаре перекроют ряд дорог. Возле стадиона придется выбирать пути объезда. Закрыты для движения будут улицы Дальняя и Арена 2018. В воскресенье перекроют центр города. В районе площади Куйбышева, Молодогвардейской, Осипенко, Северо-Восточной магистрали, Лесной, Волжского проспекта и Полевой. Но к 6 вечера дороги откроют для движения. Мария Левина, Николай Епифанов. События.